Арсенала, наверное, там. Да, еще давно.
Пока голови не буде. Голови пока не буде. Так, ну тут чики, ну, мені младший 500 гривень віддав. Із 4-х. Із 11-х. З 4-х віддав. Все, все, все. До свидания. Він мені сказав. Yeah.
Не, а вон они сурово сейчас только будут играть. Сейчас малыши заканчивают, а они сурово выходят. Катя попросила тут посидеть. Так, ладно, ты юный змей, готовься. Я тут буду помогать. Потянешься. Егора, какие усики тут были? Я говорю, тут не попробуйся. Я говорю, то, что мы там потом опять как это третий танк смертвой. Я говорю, мы видим. Я говорю, так ты же как бича, и соленые, и копченые, и гольфы, вот это себе он, товарищ Капустин, да, нет, надо раз, Рамата Юрыча. Ходишь, а где чайник, он там. Ну вот же еще Чернобыль поймал. Так и Юр, о чем ты говоришь? Про сейчас я не говорю, там советское время, а сейчас так там только. Не пишу, надо положить. А я прикажу, потому что годился, как рабочий, еще лопату взял. Знаете, у нас перепозданное отделение туда-сюда. Сейчас найдем место, сейчас все найдем. И пошел. Юрий Анатольевич, вы если что... Все, 3 секунды. Ну как, будем? Я понял, ты ж... Извоз? Давай. Думаю, за машину уже не сожалею. Ну я правильно шу. Thank you.
ж не, це ж не наша Thank you.
хоче нас там Давай, 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 давай
Ну,
Где у вас? В нашей медкарте. Чтобы аккуратно. Спокойно прошло без серьезных Я думал, что просто сейчас Yeah.
качаю, Саня. Коля, Саня. Проще, проще, Гриша. Проще. Да почему вы там дали? Thank you.
Yeah,
Нет.